Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и мы сегодня не в игре Sons of the Forest. Сегодня, друзья, я вам покажу карту, которую есть ссылка в описании. Друзья, на этой карте расположены, знаешь, буквально практически все предметы, я ее пересматривал много раз и сверялся. Я вам расскажу более подробно сейчас, что можете на этой карте найти, чем она вам поможет. И как раз новое обновление выходило, дельтаплан и бинокль на этой карте уже есть. Ну, бери вкусняшки, бери попкорн, я тебе начинаю рассказывать. У нас вышло недавно новое обновление и добавили дельтаплан, новые постройки и бинокль. Я сразу вам показываю, бинокль уже тут есть, вот, нажимаете и показывается картиночка, где расположена. Вы можете сориентироваться, дойти до суда и забрать эту вещь. Здесь расположены все старые предметы тоже, друзья. Ну, что касается дельтаплана, он здесь тоже расположен, но не во всех местах. Давайте я вам покажу, какие места он показывает, а какие нет. Я уже сделал ролик на своем канале, есть 4 места дельтаплана на моем канале, все есть в описании. Первое место я сразу же вижу, возле палаточного лагеря есть дельтаплан, вот он располагается. Это самое первое место, где мы нашли дельтаплан в ролике. Потом мы сразу же видим другое место, он оранжево подсвечивает. Это вот это место, я это место не показывал в ролике. Ну, понятно, что на возвышенности он находится. То есть можно подумать, что и так далее будет на возвышенности. Вот пример сразу могу показать, домик вот есть. Это палаточный лагерь, где-то на возвышенности, возможно, здесь есть дельтаплан. И как раз, знаете, вот тут находится на горе дельтаплан, я показывал в ролике. Вот здесь располагается, на карте здесь не показано. Также он находится чуть ниже. Это вот здесь, возле пещеры, тоже есть палаточный лагерь, он здесь располагается. То есть одно место я вам не показал, возможно, есть другие места, где на этой карте не показано. И что здесь показывается на карте? Буквально все-все места, которые интересны. Мы видим много крестов. Вот эти кресты обозначаются, что кого-то захоронили. Вы можете с помощью лопаты откопать это место, разбить гробы и достать какой-то лут. Веревки, изоленту, пепсикову и таблетки. Этих мест очень много, как видите на карте. Даже вот здесь, где болото, вот здесь находится много этих мест. Также располагается на этой карте животные. Разновидность животных здесь большая, как видите. А также самое интересное, что, конечно же, на стримчике я буду своем проводить, это охота на ганнибалов. Ты смотри, фиолетовый, сколько их здесь, ты посмотри, сколько их. Нажимаешь и видишь сразу картину. Они в основном, знаешь, на дороге. Идет дорога, и они рядышком с дорогой. Да и смотри, и здесь на пляже. Вот здесь, друзья, вы точно не ходили. Но здесь есть ганнибалы и в большом количестве. Вот, кстати, пещера, где тоже ганнибалы и где находится у нас блочный лук. Его нужно откопать, этот бункер, и достать блочный лук. Так далее, у нас что идет, друзья? Дельтаплан мы рассмотрели. У нас идет пляж, на пляже у нас находится пистолет. Это тоже здесь показано. Но правда здорово, удобная карта. Повторюсь, все есть в описании. Также располагается дробовик. Вот здесь находится над дробовик. Хотя нарисован почему-то Калашников. Похож. Также еще тут располагается много вот этих лагерей, где можно поспать, где можно отдохнуть, сохраниться. Они показаны домиком красным. Их очень много здесь. Ну, примерно столько же, сколько ганнибалов ихних лагерей. Также располагаются еще вот такие крестики, которые показываются. Это откопать. Это откапывать нужно с помощью лопат. Есть рогатка, как видите. Рогатка показана четко. Здесь находится рогатка. И находится лопата, кстати. Вот тоже нарисована. Вот даже на картинке нарисована лопата. Эта вам карта очень пригодится, если начинаете выживать. Я вам говорю, друзья, очень пригодится. Есть ссылка в описании. Остальное все повторяется. Где находится катана, здесь тоже вот указано. И золотая броня. Возле озера. Вход в бункер. Но там нужна ключ-карта. Кстати, располагается тоже здесь ганнибалы.
Я помню это место. Мы проходили, на стримчике играли, это место тоже помню. И есть револьвер. Ну, буквально все, что выходило в начале, и даже новое обновление на этой карте есть, друзья. Бери, пользуйся. И, конечно же, увидимся в новых роликах. С тобой был Спикер, и до новых встреч. Всем пока.